Всем привет, с вами Лев, ребята, и сегодня я буду проходить карту паркур в Майнкрафте, ребята, и в принципе окей, да, здесь, ребята, есть разные блоки, да, то есть, ну, это как бы разная шерсть, да, эта карта связана с шерстью и паркуром, да, то есть здесь как бы паркур, будет всякая разная шерсть, да, видите, здесь всякие блоки есть, да, но и, в принципе, да, как бы, давайте начнем, да, эту карту уже проходил, прошел я 3 уровня, и, в принципе, да, сразу хочу сказать то, что, ну, всем, ребята, спасибо за 6 лайков, да, аж набрали, да, просил всего лишь 4, я получил 6, прямо очень быстро, по-моему, как раз за 6 часов вы набрали 6 лайков. Да, я, кстати, уже прошел первый уровень. Первый уровень очень легкий. Ну, второй такой вот, уже посложнее. Ну, как бы это понятно, да. И, да, еще, ребята, спасибо за то, что скоро будет уже 2000 просмотров. Да, это будет очень круто. И, ну, это, конечно, не так уж и много, да, это вообще немного, но для моего канала это очень неплохо, да. Я уже прошел второй уровень, пока что-то такое начало такое говорю, да. И да, в принципе, я проходил уже карту эти 3 уровня, да, ну 4-й чуть-чуть пытался там пройти, да, поэтому я здесь уже как про, как видите, прохожу, да, я надеюсь, то, что это запишется, да, вот в чем проблема, это не записалось, да, я уже записывал, но не записалось, да. Ну, настроение у меня хорошее, поэтому бомбить вряд ли я буду. Да, так, мне дали топорик. Я знаю то, что здесь надо дерево срубить, да. И, в принципе, вот такая вот такая анимация происходит, да. И сундучок появляется. Окей, ставить на раздатчик. Так, пока эти ироды не очнулись, я, пожалуй, наверное, вот так вот сделаю. И мне надо сваливать. Так, да, все, все. Так, здесь сейчас появится... я думаю, вы поняли, что? Так, подождите, а это закрывается? Блин, это не закрывается, окей. Так, ну вот эти чуваки сейчас будут надо мной бегать, да, пытаться меня как-то убить, да, как бы, и, в принципе, поэтому немножко сложно. Их, правда, убить не сложно, я уже пробовал, да, но... Где они? А, вот сзади меня. Хорошо, да, мне, кстати, дали шапку, которую невозможно снять. Я кликаю, я нажимаю, но ничего не работает, да. Поэтому я, конечно, не стал бы в шапке приветствоваться, да. В принципе, окей. Блин, они прям надо мной там бегают. Опасные люди какие-то, да. Так, в принципе, да, я прохожу. И уже 4-й уровень. В 4-м уровне я только паркурил, и у меня не получалось, да. Я просто карту заново перекачивал. Ну, я ее не перекачивал, я файл заново переделывал. Я не знаю, как объяснить нормально. И окей, да. Так, вот эта шерсть все что-то значит. Я только не знаю, что я не читал, да. Что блок дают. Так, подождите. А почему мне ничего не далось? Видимо, мне ничего не должно было дастся. Так, подождите. Паркур изменился. Да ладно. Окей, я понял. Я просто не заметил, да. Угу. Просто немножко не заметил. Так, ну, в принципе, как-то так, окей. Так. Так. Ну, давайте набьем 5 лайков под этим роликом, да. Я еще, кстати, скину в описании свой первый ролик. Я просто хотел посмотреть свои первые видео этого канала. И в первом ролике я хотел, чтобы вы набрали 5 лайков. Но набрали 4, да. Как это понимать? В смысле 4 лайка? Я же просил 5. Все, я ухожу. Давайте набьем там 5 лайков, да. Я думаю, это будет несложно, да. Просто в описании, короче, это все будет, да? Ага, я понял, да. Появился еще просто один проход, да. Вот здесь уже красиво. Такая локация, так сказать, да. Вода какая-то, тут лужи. Да. Окей. Все как есть. Так. Окей. Фу, это эпично было. Блин, я... Подождите, это что, 5-й уровень, первый этап, получается, да? Я правильно перевел, не знаю. Так, уйди, пожалуйста.
Так, что надо делать, я не понимаю, это паркур карты или голововом? Да. Окей, ага, я понял. Ну все, 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 это изи, я понял, да. Это пятый уровень, да. Ух ты. Я думаю, я упал. Думаю, что упаду. Так, ну окей. Я почти уже прошел, да. Давай! Так, а что делать дальше? Подождите-ка. Я что-то немножко не понял, да. Так, ну, смотрите, здесь надо что-то понять, да. Ага, я вижу, ребят. Так, блин, тут полегче. Так. Тихо. Сваливаем. Офигеть, да. Так, ну окей. Мне какой-то меч нужен или... Подождите. Я, блин, просто... Вот понимаете, я подошел к нему. Вот смотрите, я просто подошел к нему, у меня ударил. За что я... То есть, вы понимаете, вы пришли в магазин, да, обычно такой. И если вы забыли дома деньги, вас также ударят? Что с этой как-то не так? Окей, я не понимаю, что происходит. Так. Боже. Окей, ладно. Так. Может быть, что-то в воде найду? Или здесь должен быть слайм? Слизень, да, какой-то? Я что, серьезно, кнопку не нажал? Я ее не заметил, точнее. Блин. Вот это фейл, конечно. Ну, ладно. Блин, ну я как-то странно это было. По-моему, житель меня уже перестал там бить, но все равно это странно. Окей. Так, блин, я не заметил реально кнопку. Ага. А, это надо убить этого самого, я понял. Так, опять дерево. Подождите, где дерево? Где дерево находится? Подождите. Вы видите где-то дерево? Я не вижу. Так, только меня не бей. Так, я понял. Какой-то один из этих блоков будет полюбас деревом, да. Ага, конечно. Я самый гениальный человек на планете. Я опять не заметил паркур. Смотрите. Упс. Блин, я что сделал? Подождите, это троллинг что ли был? Подождите. А я же проходил эту карту. Ну да, это этап 2 получается. У нас сейчас был 6-й левел, сейчас опять 5-й, только 2-й этап. Значит, здесь что-то будет, что-то вот, что-то будет, короче, да. И я на не... Может быть, его надо сломать было? Ну я просто тупанул, как всегда. Блин, я не понимаю. Какой-то трэш происходит. Да. Ну вряд ли бы меня, наверное, житель ударил. Может быть, это и не житель был. Я на самом деле не знаю. Блин, ну почему я не могу прыгнуть, а? У меня с первого раза получилось. А сейчас не получается даже с третьего или со второго. Есть. Так, блин, я что-то боюсь. Так, все, я наконец-то прошел. И опять 6-й уровень. Подождите, это троллинг? А, ну я могу уже все пойти. Это тот же самый уровень. Подождите. Подождите, я что-то не понял. Я прошел карту. Я прошел, да, ее? Или нет? Наверное, все, ребят. Я как бы видели, прошел. Видите, ребята, уровни повторяются. Я реально не понимаю, в чем прикол. Может быть, я что-то не понимаю. Но, скорее всего, это, наверное, второе дерево. То есть раз, два дерева. И вот этот домик, кстати. Может быть. Ну, ладно, если что, я... Потом допройду карту без записи, да, что-нибудь дальше попытаюсь пройти, как-нибудь перепройти ее и как бы сделать вторую часть, если я не допрошел ее. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Шлем я, к сожалению, снять не могу. Может быть, если введу геймод 1 как-нибудь смогу, да? О, смог. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, смотрите видео. Всем спасибо. Пока-пока.